Всем добрейшее утро. Ну что, вливаемся в мой влог или нет? Смотрите, какие у меня тут вкусняшки. Ладно, сейчас не об этом. Значит, я почитала ваши комментарии. Да-да-да-да. Влог выходит экстренно быстро. Поэтому я успела все почитать. Принесла сюда принтер. Хотя я знаю, что многие скажут, что вот когда солнце светит, то принтер нельзя. У нас нету солнца почти, не переживайте. Из ваших заметок, значит, отклеить вот эти наклейки, поменять кушетку, рулонные шторы сюда повесить. Кто-то проголосовал за тюль. Вот. Ну, я не знаю, думаю. Я считаю, что рулонные шторы это круто, но тюль, она все равно придает какой-то, не знаю, уют. Я посоветовал повесить кресло вот это. Девчонки, если вешать вот это кресло, мне надо вот это все убирать. Вот, и это вообще не вариант. А, и еще мне сказали довыкидывать то, что я не выкинула. Но по факту тут стоит вот этот стул. На самом деле я хочу купить стремянку. Вот этот стул, он служит мне стремянкой. Даже если что-то достать, у меня нету стремянки. Я стою на этот стул и достаю. Вот поэтому как только я закажу себе стремянку, вот такую, знаете, небольшую, то я стул, конечно, уберу тоже в кладовку, он мне вообще не нравится. А тут, по факту, только шкаф стоит и транспорт, вело, все, и сушилка. По факту ничего больше нету. Какие дела, буду думать. Вливаемся во влог. Погнали. Вливаемся в новый влог. У меня, как всегда, куча дел, быт, уборка, какие-то хлопоты вечные, какие-то проблемки. И пока девочки в школе, я хочу со всем этим разобраться. И более того, я еще работаю. И чтобы сэкономить время и не бегать хотя бы по магазинам, на помощь мне приходит Маркет 15, приложение Яндекс.Маркета. Сервис доставляет от 15 минут, а в каталоге товаров удобно следить за скидками и выгодными предложениями. Так как у меня сегодня нет времени, а девочки скоро придут со школы, я заказала продукты, чтобы быстро накрыть на стол. Ну а пока я ждала заказ, я доделала всю свою работу. Сервис очень удобный, экономит мое время и силы. Не нужно таскать сумки с продуктами, стоять в очередях. Тем более по акциям и скидкам можно удачно купить продукты и сэкономить семейный бюджет. С Маркетом 15 я успеваю все. Это мой главный помощник. Конечно, ссылочка в описании. Всем хорошего дня, настроения и приятного. У нас +22, мать его, градуса. Офигеть! А завтра +12, потом +8, на 1 мая обещают +6. Ну, в общем, Питер умеет радовать. По поводу книжечки хотела сказать, что я начала читать. Конечно же, прочитала уже сколько? 120 страниц и не уснула ни разу. Не, на самом деле, книжка вообще офигенная. Начало мне нравится. Я вообще спать не хочу. Спать, точнее, я хочу, когда читаю книгу, не потому что мне скучно и вообще, о боже, что за бред. То есть, знаете, когда ты читаешь, и ты не понимаешь смысла. Вот ты прочитал два предложения, а что только что я прочитала? То есть, из разряда смотрю в книгу, вижу фигу. Вот такого нету. Очень легко читается. Кстати, сейчас я принесу две детские книги, которые тоже, я считаю, что нужно упомянуть. Ну, такая, знаете, пауза будет немножечко полезная. Первая книга, которую я девчонкам читаю перед сном, называется «Девочка, которая не видит снов». Сара Бет Дёрст. Книжка в твердом переплете. Вот начали читать. Но я им читаю перед сном. Очень мне самой нравится. Катя, Насти нет, а вот Катя, она у меня на протяжении нескольких лет слушает каждый день. Я ей включаю сказки, аудиосказки, и она уже все сказки наизусть выучила. Настя уже: мама, ну сколько можно слушать эти сказки? Ну вот Катя у меня любит. Обязательно оставлю отзыв, понравилось или нет, но начало интересное. И еще одна книжка, я обещала затронуть тему подросткового возраста. У всех у нас в детстве, в юности, так скажем, в подростковом возрасте были такие, знаете, энциклопедии для девочек, энциклопедии для мальчиков. Кстати, такая энциклопедия у меня сохранилась, она у меня у мамы есть. И я помню эти, знаете, картинки рассматривала, думала: боже, так не стыдно. Ну тогда еще время другое было, сейчас-то дети уже поумнее нас будут. Так что есть вопросы, которые, ну, неловко задать родителям, да, и хочется как-то, хочется узнать, но все равно дети есть дети, да, и даже если у вас отличное отношение с детьми, они все равно могут как-то постесняться, не спросить. Поэтому я для Настюшки купила вот такую книгу для каждой девочки.
А она в мягком переплете. Вот, я ей дала, сказала: Настюшка, вот тебе энциклопедия, почитай. Говорю, у меня в детстве тоже такая была. Там есть всякие разные интересные темы. Например, что такое переходный возраст? У тебя растет грудь, там, менструация, там, прокладки, да, чистота здоровья, руки, кожа, ноги, тело, полость рта. Также есть тут уход за брекетами. Я говорю: Настюшка, обрати внимание, может, там что интересненько будет написано. Я, кстати, не читала, еще сейчас почитаю. Красота изнутри, уход за ушами, как пользоваться зубной, ну, вот, все такое интересненькое. Менструация. Картинки более живые, интересные, яркие, не то что в моей энциклопедии. Вот, видите, тут все написано. Я думаю, что очень полезно почитать. Пожалуйста, инструкция. Кстати, вот этого я не помню, чтобы было в моей книжке энциклопедии в детстве. Такого не было. Помню, мама объясняла, и то я помню, когда у меня начались эти дни, я так испугалась, я заплакала. Думаю: боже, все, кровь. Это вообще, конечно, был стресс, и я считаю, что все-таки девочки не должны быть подготовлены. А несмотря на то, что я мама и готова все ей рассказать, там, тем более она все знает. У нее у подружки там уже эти дни начались. И, конечно, они в курсе. Это раньше не было интернета, и никто ничего не знал. Но, тем не менее, все равно, я думаю, что такая книжка, она будет полезна для каждой девочки. Что я надеюсь, что Настюшка почитает ее и сделает какие-то выводы, а если вдруг что-то она не поймет, то она обратится ко мне. Все, пошла я заказывать торт маме, цветы. У мамы сегодня день рождения. Я ей заказала офигенные крутые цветы. Доставили, все нормально, такая счастливая, довольная. В общем, мама попросила подарок вазу, потому что она ее разбила. Вот, ну, за вазой я поеду завтра, наверное, потому что сегодня времени нет. Вот, поеду и выберу подарок. Она сказала, в общем, мне, как всегда, ничего не надо. Ну, сами понимаете, родители. Ну, действительно, так уж получилось, что я маме все, что нужно, все уже купила, подарила. Единственное, что мама хотела бы ремонт сделать в квартире, но ремонт это очень дорого, и я не знаю даже, может быть, я ей просто какую-то сумму подарю. Не помню, в коридоре, по-моему, она хочет сделать ремонт. Ну, я не знаю, я просто думаю дать ей в конверте сумму, и пусть она там, в общем, делает ремонт. Я, правда, не знаю, сколько там обходится этот ремонт. Ну что, у нас утро. Катюшка у нас, иди вперед. Сейчас расскажу зрителям. Или сама расскажешь, куда ты едешь? На экскурсию. Куда? Туда, где жил Пушкин. Музей дача Пушкина. Я, кстати, там была тоже, когда ездила тоже школой, но это было давно. Я бы тоже с удовольствием бы съездила. Мама Дарина и Лина с нами ездили на экскурсии. Да, ну очень круто. Я всегда девчонок во все экскурсии вписываю. Остались. Так что Катя взяла у нас телефон, будет фотографировать мне, показывать. Так что вот так вот. Отличное настроение у ребенка. Не учиться. К сожалению, да, сегодня, к сожалению, похолодало. А да, Настя вообще у нас дома осталась, потому что сегодня... Да, их посадили с 5, по-моему, по 8 класс, и посадили на дистант на один день, потому что там какие-то экзамены, в общем, сдают в школе. И Настя вообще у нас дома отдыхает. Вас интересуется, хожу ли я в фитнес, точнее, почему я туда не хожу, потому что вы видите, это прекрасно. О, господи, до сих пор сердце. Тренировка вроде как это маленькая, знаете, а все равно прям это бодрит. У меня реально нет времени, работы много, да, то есть, чтобы вы понимали, вчера, например, я проснулась, я там сразу начала там тумбочку собирать, потом готовить, потом что-то с продуктами разбиралась, потом по дому, в общем, у меня там реклама, естественно, это же я все согласовываю одна, это документы, это сценарии, это съемки, это пересъемки, и это куча-куча всего, и так как я веду, допустим, не один проект в данный момент, а, допустим, 10 проектов, то на это очень много времени уходит. Этому распечатать договор, это там, там какие-то справки, эти какие-то там реквизиты, там договор отправь, этого курьера встреть, видео сними, там этот кадр вырежи. И я реально целый день что-то делаю. И помимо всего этого у меня есть дети. Если, допустим, ехать в фитнес, например, то это нужно до трех, да, потому что я все-таки
Я хочу, чтобы дети приходили со школы и видели мать. Вот. А домой они приходят в 3. И поэтому до 3 надо поехать в фитнес, там это 2 часа, да, надо закладывать. А у меня работы много, и поэтому я до фитнеса не доезжаю. Поэтому Серега предложил челлендж, я решил в нем поучаствовать. Это реально прикольно, потому что это занимает 15-20 минут все вместе. Ну, это с учетом того, что я там еще подмонтирую, да, выложу в запрещенную сеть, так скажем. Я хочу все-таки 2 раза в неделю стабильно это делать. И так как просто, знаете, работы много, а деньги нужны, то, конечно, выбираешь порой работу, а не себя, да. Ну, к сожалению, так оно выходит. Я говорю, если бы у меня была бы какая-то помощь, я уже, знаете, думала, может, мне какого-то менеджера нанять. Потому что, ну, действительно, порой всякие вот эти моменты занимают, ну, очень много времени. И я вчера в 8 вечера уже такая, знаете, мне даже уже выходные стали писать, согласовывать. Ну, в общем, я не жалуюсь, эти вопросы говорю, почему я не хожу в фитнес, потому что действительно не хватает времени. Вот серьезно не хватает времени, я не знаю, когда оно будет. Я бы хотела на йогу походить, там по расписанию есть йога и разные там занятия. Я очень хочу йогу и бассейн. Вот, а упражнения я и дома поделаю быстренько. Ну, вот как-то, знаете, не получается. В общем, как-то так бывает. Да, так что я думаю, вы меня понимаете, но я все-таки надеюсь, что у меня получится. И я буду выделять пару дней в неделю, наверное, как-то меньше работы брать, что ли, в эти дни. Заказала еду и не удержалась, увидела просто фалафель продается в Яндекс.Маркете. Смотрите, фалафель и хумус. Вот, я хочу попробовать. В Израиле и пробовала фалафель. Для тех, кто не смотрел этот влог, обязательно посмотрите. И знаете, мне там такой комментарий. Я вот реально удивляюсь людям. Вот серьезно, вот моему удивлению нет предела. Марина живет в Питере и не пробовала фалафель. Я, конечно, все понимаю, но а при чем тут Питер и фалафель? Я еще могу понять, если вы написали: Марина живет в Питере и не пробовала знаменитые, известные вообще пончики на Конюшиной, я бы еще это поняла и приняла, и сказала бы: да, стыд, позор, но жить в Питере и не пробовать фалафель, что там такого? А вы все пробовали фалафель? Ну, в общем, как-то странно это. Да я и хумус как-то помню, было дело, я как-то купила, мне не понравилось, и я забыла. В общем, сейчас мы будем пробовать и сравню как раз с фалафелем и с хумусом с Израиля. Пахнет вкусно. Так хочется, так, знаете, как будто бы это какие-то фрикадельки. Когда я приехала из Израиля, я подумала, что вот, приготовлю я дома фалафель сама. Я, короче, почитала рецепты и поняла, что там нужна мясорубка, чтобы вот это все соединить в этот шарик. Нужна реально мясорубка. А у меня она есть, но где-то далеко. В общем, я думаю, не буду я его готовить. Пуховат фалафель. Но вкусненько, очень много всяких специй разных. И хумус ничего такой. Но в Израиле вкуснее. Прям обжигает горлышко, то есть прям какие-то там специи, перчики. Ну, вкусненько. Осталось попробовать шакшуку. А это я хочу в ресторан сходить. У нас в Питере есть ресторан. Ой, как-нибудь я туда схожу, попробую. В общем, напишите в комментариях вообще, как вам это блюдо. Нравится, не нравится, пробовали вообще, не пробовали, хотели. Вернулась наша путешественница. Кстати, хотела вам показать новый ланчбокс. Давайте я прямо здесь его достану. Давай, Кать, сделай обзор ланчбокса. У нас предыдущий просто сломался, вот эти штучки, они у нас сломались. Треснули, да. Вот такой вот офигенный крутой ланчбокс. Смотрите, тут даже есть вилочка и ложечка. Мы с Дашей ели булочку, я вилка, она ложкой. Да, это было не обязательно делать, ну ладно, да. Что? Еды нет, это хорошо. Рассказывай, как экскурсия, понравился дом Пушкина? Что там интересненько было прям? Что запомнила? То, что мы делали... я держала море...
понятно. Мы с Катей едем бабушке выбирать вазу. Хорошо. Уже день рождения подарок. Такая кружечка. Для эспрессо, наверное. Ой, я обожаю кружки. Я не знаю почему, я прям готова все скупать. Вот они, вазы. У меня, кстати, вот такая я купила. Мне очень нравится. У тебя еще, по-моему, есть такая. Да, похожая. Но маме нужна, знаете, такая ваза, чтобы побольше вот она была. Такие мне вообще не нравятся. Может, хрустальную. Но мама, похоже, есть, поэтому что-нибудь другое. О! Ого, слишком большая, наверное. Может быть, вот такие какие-нибудь? Рублей стоит. Мам, смотри, какая прикольная ваза. Мне не понравилась ваза. Что-то как-то, не знаю. И Катя постоянно домой, все, начала ныть. А что ты обманула? Как я тебя обманула? То есть, типа, мы приехали за вазой, но если я вдруг на метр правее сделала и просто посмотрела кружечку, все, это обман. Так ты пошла в другой раздел. И что? Может быть, я там какой-нибудь подарок бы бабушке еще выбрала. И вот это, знаете, ноет. Ну, я говорю, все. Вот это последний раз, когда я брала ее с собой. Вот лучше бы вот она дома сидела, или лучше в школе, когда она, чтобы я сама тихо, спокойно. Вот вроде бы 8 лет ребенку, а все равно мозг может вынести. Я сама съезжу без тебя. Спасибо большое. Настроение испортила, сейчас мне что-то говорит. Все, едем домой. Она тебе когда годик бы ты ныла тут сидела, сиську просила. А сейчас-то что, сидишь, ходишь, доходишь. Я говорю, лучше бы дома сидела. Все, нафиг. Завтра сама съезжу в другие магазины. Чтобы мне никто на нервы не действовал. Так, ну что, мы приехали в торговый центр. Катя дала добро, что можно заехать еще сюда. Не, потому что еще обложки нужны. Ей нужны обложки для тетрадки, поэтому нам надо заехать, да. Это, знаете, название «Буду поздно». Намек. Кстати, у нас тут открыли фамилию «Жемчужине». Сейчас пойдем. Можно купить эти шторы рулоны на балкон. Но это надо мерить все. Ой, какая прелесть, я не могу. Вот я знаю, что это мне не надо, но мне это надо. И какая прелесть. Не надо и не надо. Не могу, пойдем. Так, пришли мы выбирать снова. В другом уже магазине. Так, ну мама, что? Я буду с собой здесь носить. Угу. Мам, я думаю, что надо из этого что-то выбрать. Я бы себе купила что-то такое, или вот такое, да? Или, например, вот такое. Но я не уверена, что маме нравится. Маме нужна большая, с широким горлом. То есть не вот такая, а именно с широким горлом. Ну, это широкое горлышко. Это ваза? Я думала, что это рюмка. 100-граммовая. Мы нашли фамилию. Вообще, я люблю этот магазин, потому что тут всегда продается просто куча всего. Всякой дичи. Нужной и ненужной. Люблю походить, поглазеть. Люблю походить, поглазеть. Вообще. Общем, мне понравились вот такие вот босоножки, смотрите. Это туфли. Нет, это босоножки. Туфли, они закрытые. Вот туфли, это вот закрытая когда туфля. Видите, какой красивый цвет. Ну, это босоножки, каблуки. Ну, это босоножки. Есть каблучки? Да, это босоножки. Классные, да? Не знаю, насколько они удобные. А эта фирма, значит, у нас сандалии, фирма Китай. Ну что, у меня последнее включение. Я монтирую тут, работаю. Бонечка вообще от меня не отходит. Вот мне как говорила заводчица, что это кот и собака. Вот так оно и есть. Вот она со мной никуда без меня. Вот она бедно спать хочет, мается и ждет, пока я дела доделаю. Да, сейчас пойдем. У нас в Питере дождь пошел, и вы знаете, я как бы не планировала ничего такого снимать.
Ой, холодно. Но когда вот идет ночью дождь, ночной именно вызывает какие-то такие эмоции, и хочется поговорить о жизни. Ну, пожалуйста. Ты тоже хочешь, Монька? Очень холодно, пойдем. Дождь навеял на меня такие мысли жизненные, и хочу с вами поделиться. Вообще в этом блоге очень много болтала. Ну, такой влог получился, болтологический больше. Но, знаете, иногда хочется... Так как вы моя аудитория, а я вам вещаю, то придется вам меня терпеть. Еще неделю назад смонтировала один ролик, такой маленький ролик с Израиля, как мы с Серегой отдыхали, вот такие, знаете, смешные дубли. Это даже не то, что смешные, а вот жизненные, вот то, что осталось за кадром. То, что, как бы, в принципе, выкладывать на всеобщее обозрение, наверное, не стоит. Все равно, так или иначе, ты думаешь, а вот что подумают люди? А потом я подумала, ну, блин, пофиг. Вот реально, да, меня столько раз судили уже за эти, там, 11 лет, меня постоянно судят, какая я такая, сякая, да. А я подумала, к черту все это, я живу здесь, сейчас, это моя жизнь. И вообще тут недавно, знаете, наткнулась на речь актрисы какой-то, не помню, как ее зовут, и вот она сказала, смысл был такой, знаете, вот мы всегда думаем, вот, жизнь еще впереди, мы все успеем сделать, мы же молодые, у нас вон сколько времени, это самое большое заблуждение, потому что время пролетит вот так вот, время летит молниеносно, жизнь просто вот мимо нас. А мы тут сидим, думаем, а что у нас там кто-то, да по барабану вообще. Вот мы там, знаете, живем, откладываем там эти денежки, там все копим. Сидеть в 65 лет где-то на скамеечке и думать, вот бы мне вернуться в тот возраст, я бы сказал бы себе, живи здесь и сейчас, на всю катушку. Просто живи, наслаждайся, просто кайфуй от жизни. Реально поняла, что я хочу жить здесь и сейчас. И я хочу, чтобы в 60 лет, сидя на лавочке, я не жалела о том, что в 35 я вот упустила вот лучшие годы, грубо говоря, годы, да, когда я могла жить. Я так скажу, что, конечно, ни о чем нельзя жалеть. Если не было прошлого, не было вот настоящего, то, что я сейчас, это все понятно. Но я, допустим, вернусь к тому же браку, да, я столько времени просидела, почем зря. И за эти годы могла столько всего добиться, но там как бы, естественно, я поменялась, да, я другая тогда была, и глупая, и молодая, и, ну, неважно. Сейчас я вот такая, да, и вы видите изменения, и еще много чего увидите. Мы не знаем, что будет через год, мы не знаем, что будет через 5 лет. Ну, я серьезно, я не хочу, чтобы вот это время, которое сейчас идет, оно пролетает мгновенно. Я, ну реально, чтобы пролетало просто так, знаете, почем зря. Я хочу от жизни брать все. И мы реально заблуждаемся. Думаем, что у нас впереди много времени. Но это не так. Это не так. Мы не успеем оглянуться, уже нам будет всем по 70 лет. Как бы это грустно ни звучало, мне уже 35, будет 36. Я когда разводилась, мне было 32, я думаю, о, 32, сейчас погуляю еще. Еще у меня будет время, а уже 3 года прошло, представляете, 3 года. Вот, я еще такая думала, ну вот я вообще развелась, у меня вообще нормальный возраст такой, сейчас я понимаю, что мне будет 36 уже. А потом я не успею оглянуться, мне будет 40, а потом уже 45. Вот, я не боюсь возраста, я не к этому клоню, я к тому, что жизнь пролетает. Я этого не хочу. Я хочу поделиться вот этим роликом. Там есть маты, да, там, я предупреждаю, детей от экранов уберите, там не очень много, но все равно им. Я знаю, что многим не понравится, что вот Марина такая-сякая, а пофиг. Я хочу просто здесь и сейчас жить и выложить этот ролик, чтобы вы его посмотрели. Он позитивный для меня, по крайней мере. Вы же смотрите меня, а значит, придется терпеть мой контент. Если не нравится мой контент, то, как говорится, можете не смотреть. Тут уже так же, это ваша жизнь. Вы сами решаете, тратите ли свои драгоценные минуты на просмотр моих роликов. Вот, так что это тоже... Очень важно понимать, стоит ли меня смотреть и тратить
Прикиньте, сейчас хоп, отписки, отписки, отписки такие. Вы решите, зачем на Марину тратить время свое? И пойдут отписки. Нормально вам совет дала. Жизнь пролетает. Дети уже взрослые. Настюшке уже будет почти 12, Кате 8. Просто без комментариев. Так что так. В общем, все наболтало. Спасибо всем большое за внимание. Пишем, комментируем, ставим лайки и всем пока. Все, влог начинается. Давай. Фу, блин, тяжелый телефон, так я заметила. Ты голый хочешь видео снимать? Ой, бля. Я смысл чудо. Ты можешь без футболки, это красивое тело. Ну, красавчик, истребо. Так, а тут можно сесть? Давай, присаживайся. Руку. Ты готов? Да. Давай, иди. Серега купается в каком море? Да, не пока. Все. Ты идешь там, где нельзя? Умею, давай. Шире шаг. Еще шире. Снимаешь. Это прям как нос Титаника. И мы там можем встать и такой. И меня нету в кадре, тебя это не смущает? Я ничего не вижу. Ладно, пойдем. Я не снимаю. Все хорошо будет. Говно. Когда первый день ты показывай мои трусы. Что-то они какие-то большие. У меня такой зад большой. Мама! Об этом он забыл сказать. Это я его заметила. Фу, я ненавижу тараканов. Весь пол, блин, и помыли.